Траса побудована так, що кожна людина може проїхати на невеликій швидкості, пройти її, спіймати кайф, там, спіймати екстрим, почути себе якимсь там дуже крутим перцем. Ну а для спортсменів піднімаєш швидкість і отримуєш ті ж самі емоції, тільки швидше. На даний момент траса кваліфікується як траса рівня Кубка України. Таких трас дуже мало у нас в Україні. В Харкові вона, по-моєму, якщо мені пам'ять не зміняє, вона єдинственна. Траса побудована так, що є три кільця. Одне кільце 500 метрів, інше кілометр і найбільше 3200. На ній є 12 шорів, які в довжину більше 150 метрів. На ній є три колочаті секції, на ній є такі трошечки памп-секції, є контруклони, є маленькі дуже дропи, такі контрійні, сантиметрів зі 20 десь. Ми на сьогодні чекали, ну, десь чоловік 100. Сегодня приехало порядка 300-400 человек. Людям это интересно. Людям интересны велодни, людям интересен здоровый образ жизни, экологический вид транспорта, который является велосипед. Каждый внесет свои замечания, и мы будем расширяться. На следующий год, я думаю, что мы ее удвоим, то есть 6 километров. Ну, пока в этом сезоне ребята будут заниматься, упражняться на трассе длиной 3 километра. Это действительно хорошо, когда люди в воскресенье занимаются своим здоровьем, выезжают в лес и посещают наш парк. В рамках программ благотворительного фонда Александра Борисовича Фельдмана «Тысяча команд» рассмотрели для себя новое направление – это велоспорт. И буквально с декабря месяца приступили к реализации этого проекта. Все эти четыре месяца, каждый день здесь трудились люди, трудились над созданием трассы, над реализацией проекта. И всех интересовал вопрос, понравится ли это людям, заинтересует ли это людей, сколько будет человек здесь участвовать. Я вот сейчас только что проехал полтрассы. Очень тяжело, на самом деле, непривычно. Еще в этом году не ездил на велосипеде. Но могу сказать, мы как экопарк удивлены и удовлетворены масштабом и количеством прибывших участников. Нужно где-то велосипедистам развлекаться. И не только там по трассам гонять и по лесу, по лесопарку. А здесь довольно-таки приятно, атмосфера, автомобилей нет. Ты твой велосипед, и лес, природа. В общем, здорово. Трасса очень понравилась. Были, конечно, места очень сложные, но это, наверное, придавало больше интриги, интереса. Очень красивые места, то есть все синее в подснежниках, и периодически возникало желание просто слезть с велосипеда, полюбоваться красотой вокруг, пофотографироваться. Как для профессионала, так и для любителя трасса очень интересная, и я думаю, что народу тут будет всегда много.